Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Андрю Кун. Мы продолжаем наше приключение во вселенной Феникс Пойнт. Итак, это найти файлы жар-птицы у нас, собственно, миссия это будет. Ну, черт. Вот она. Миссия у нас будет... Слизистый живот. Боже мой, сюжетная миссия будет, ёлопал. Так, слизистый живот. А вы знаете, что такое слизистый живот? У меня есть план. У меня снова есть план. Ой, у нас, короче, команда красавцев. Будущее человечества просто. Так. Ну что, жабки мои? Маленькие. Поехали. Так. Блин, фигово то, что если мутнул уже туловище и голову, то как бы на этом все. Ты уже не можешь поменять голову на ноги. Ты только тип туловища там можешь поменять всякое такое. Угу. Бомба живот. Главное, что не бомба живот, а слизистый живот. Ням-ням. Вкусная. Да. Так, ладно, надо перестать страдать фигней. Блин, я не хочу пока брать эту штуку, потому что она дает очки воли, насколько я помню. Всей команде может мне пригодиться. Кожанчи, зазипаем потом эту фиговину, да? Так. У меня чуть 4. А, у меня вот этот парень есть. Вируса мало. Успокоить. пусть живет пока. Он же наверняка нас еще не видит, правильно? Кожана новая голова, да? Красавчик. Красавчик. Интересно, он теперь тоже не разговаривает человеческим языком? Ага, он вообще молчит теперь. По-моему, он обиделся. Ну что поделать? Новое человечество. Оно такое. Оно красивое. Так. Блин, ну через это все лезть. Кстати, можно было и отсюда пойти, но я хочу реализовать свой план, который у меня есть. И я буду его придерживаться. О, да, они все уже не разговаривают по-человечески. Бедные. Здесь надо вот эту вот сторону прикрыть. Кстати, тут еще дофига на самом деле карты. Но у меня есть план. Я его буду придерживаться. Привет, Эйс. Ты же у нас снайперист, а я тебя так и не заюзал ни разу. Не затестил твою снайперистскую сущность новую.
общем-то, команду можно в любой момент назвать корабьем, и это не будет оскорблением. Опа, привет. Понь. 168 с обычной. Нифига себе. Нифига себе, если ты валишь теперь. Опа. А чё он теперь за попрыгун не приказал? А куда ты пошел? О, здрасте вам. Угу. Ну, у них щитов нет, это Dead Meat, как говорится. Угу. Придется таки хавать аптечку. Он как раз таки отравил качу, которая с прошлой миссии пытается выздороветь. Ну да. А он мне что-то повредил? Голову, конечно же. Сволочь. Ну что я могу сказать? Артрозы без брони меня особо не пугают. Чтобы было понятно, что я имею в виду. Блин, надо хилить. Иначе тут ГГ отпишет. Ну-ка, жена может забрать аптечку. Через стенку. У них 240 здоровья, они на самом деле тонкие, тонкие. А чё мы таким странным путем идем? Раз. Два. Нифига себе. Сдает туман, снайперка Иерихона, а вы как-то не офигевшие парни. Датчики, гранатчики. Только они слабенькие какие-то. Ни брони, ни хп. Вообще не пойми что, только прыгать умеет. Да куда ты, Родион, добегаешь? У меня всегда есть план в голове. Я не стесняюсь его придерживаться. Кахелицера. Блин, Эйсу нужно срочно снап удать. Вы видели этот дэмэдж? Господа хорошие, вы видели дэмэдж Эйса? Но было даже не смешно вообще. Смотреть на Елена после такого. Угу. В попу может пацану попасть. Рука. Оп. В голову ему есть. Давай. А, блин, он же инвизник. Дуралей. Ски. Не, ну, нормально Константин, как говорится, Эйс выдает, а?
Так, теперь надо вот этого выбить. Пацанчика. Вот это у нас есть снайпер флэш, который ни во что особо попасть-то и не может, кроме руки. Нормально. Пойдет для сельской местности. Так, ну всем, наверное, понятно, какой у меня здесь именно план, да? Блин. Угу. Не сопротивляйся. Все, пацан. Прими свою судьбу. Так, Кожан. Избавь этого несчастного от мучений, которому что-то панцирь поврежден. А, ну Макс ХП, наверное, просто отстрелян, наверное. Ой, да чё тут прицеливаться? Он уже мертвый. Ну вы поняли, да? Поняли, что у меня за идея. И мы эллинами прикроемся. Собственно, вся... Ну вот что это за дебилизм? Я что, рывком сюда бежал, чтобы его увидеть? У меня слов нет. Мне, конечно, хорошо, что я его увидел, не добежав одну клетку. Сейчас он со снапа будет в упор нас тут расстреливать, как захочет вообще. Что у тебя с волей? 4 из 8. Можно просто с этой снапы ему волю ослабить. Нет, это ненадежно. Если ты его не видишь, что мне... Но вызови панику. Ладно. Мастер-снайпер. А почему нельзя вызвать панику? Я могу только вот этого паникануть. А в чем прикол? Жабы. Жаба. В чем твой прикол? Надо руку отстреливать, что я могу сказать. То, что снапа требует две руки. Ай, молодец. Дрон Криворон. Взял и промазал. Да, я зря. Короче, Макс, вытаскивай всю эту команду, которая тут до тебя ходила. Вот так вот. Главное, чтобы он порегенился, и тогда мы его захватим. Это еще не все. Прости, Макс, но тебе надо реально вытягивать эту команду. Этот с гранатами. Придурок. Шансов не было попасть. Будем считать так. Ой, он обо что-то там ударился, да? Ой, блин.
что это вот плохо, кстати. Угу. Это он, вот он сейчас навонял, да, туманом этим. Знать бы еще, что этот туман делает. Родион, закончи начатое, пожалуйста. Блин, он же сдохнет в итоге. Черт. Ладно, сегодня не наш день. Катенька. Угу. Давай еще, чтоб наверняка. Вот хорошо. Так там еще какая-то тварь с гранатами. Блин, они все с гранатометами. Это как-то вообще не весело. Прямо от слова совсем. С Лиськой нас стормозили. Жаба. Максу надо бы восстановить эту. Ага. Там же еще эта срань. Шейс. Ух ты, какое у тебя интересное видение вообще ситуации, я бы сказал. 138 у тебя, типа, с этой снапы урон, да? Что я тебе могу ей сказать? В своего пацана не попал, и на том тебе спасибо. Никуда не попал. Хороший. Слушай, а этого ты что, увидеть вообще никак не можешь? Блин. Вот это очень плохо. Да, я понял. Тут как бы сложно уже становится. Это, конечно, дикое расточительство, но у этого урода гранатомет. Угу. Да-да.
Только не убейся там, бомбоживот. Ладно, Кажан, не время для мести. Эта срань нужна нам живой. Кто еще есть? А, он далеко, наверное. Хотя нет. Мы просто не можем их заставить паниковать, вот что меня удивляет. Нет, технически можем попытаться. А что-то у меня такое впечатление, что их, короче, нельзя запаниковать, но об этом не написали. Ладно. Руку отключили, тоже хорошо. Кажан. Сиди, что я тебе могу еще сказать? Да не, живот ему отстреливать такое себе дело будет. Вот ногу. Попробуем. Не вышло. Так. И зачем я это сделал? Будем считать, что я очень хотел выстрелить ручницей. Боже, ручница — это такое божественное название на самом деле. И ведь он попал с ручницы, господа. Что ты задумал, тварь? Кажан-то регенит, если что, вдруг. А, то есть со снапы ты уже выстрелить не можешь почему-то, да? Не, ну конечно, у нас всегда есть вот эта вот игруся. Сначала ходят те, кто помываться не может. А как он, блин, стреляется отстреленной рукой, а? Кто мне скажет? А вот зачем я кожаном выстрелил? Кто мне скажет сейчас, а? Зачем я это сделал вообще, в принципе? По-моему, я совсем тю-тю. Я угадал.
А если в какой-то веке даже попал. Ну как? Ну тут эта штука сидит. Ладно. Граната и то хорошо было, что попал. Тритон, он же пониже, посадочка у него, да? Готов. Так, кто из наших снайперов? Еще что-то может. Т-40 хп. Маленький эртрончик. Что, мальчик мой, иди к папочке. Иди сюда, иди моя зайка, мой маленький. И мой хороший. Ты моя мучка. Вот так. Спадки, спаточки. Так. Дальше у меня есть план. И я буду его придерживаться. Интересно, а враги тут все время спавнятся? Или можно по-человечески себя вести? Ну, не знаю. Так. Бегит. Этот слизь живот. Не, ну кстати, постепенно. Мы так и можем его запаникерить. Или безбожно промазать мы тоже можем. Как вариант. Так, ну слизью нас не убьют. Жан, ты же регенишь, как бы. Ну, подумаешь, голова кровоточит. Разве это когда-то было бедой? Нас всех ждет прекрасное будущее. Что там происходит? А почему Кажан не порегенил? Блин, у него ж только голова. Кажан, сорян, ошибочка вышла. Так. Бомба живот. 18 очков воля. Ты такой какой-то злой весь. Вот так вот. Ну и спилим ему сейчас еще очки воли немножко. Когда мы, может быть, уже попадем. Наконец-то.
Так, Кажан сидит. Знаешь что, Макс? А можешь нам пока вот сюда сгонять? А как ты тут собрался пройти? А как ты так это? Ты что, запрыгнешь? А, то-то же. Кажан, тебе все равно нечего делать. Ладно, потом возьмешь аптечку в руку. Так, он паникует, значит, можно развлекаться, правильно? Это вам, твари, за все мои мучения, которые у меня были до этого с вами. Особенно за тех козлов, которые, блин, эти бомбоживоты. Давай еще разок, чё? Все ж веселее. Угу. Ну, два чувачка. Улов небольшой. Но зато своего, родное. Так, что-то мы, короче, тут... не очень добегаем. Ну да. Эйс, посиди. Угу. 12 минус 6. Что у тебя очков воли как-то дофига? Ты живот. У нас теперь очков воли меньше, по-моему, да? Да. А что он мне может сделать, правильно? Бомба живот. Уже даже не бомба живот. А, нормально, мы его сейчас это уложим спать. Давай, маленький. Давай, мой маленький, мой хорошенький. Давай, моя прелесть. Скоро у нас все будут такие жабы одинаковые. Красота. А все с эйса началось. Ой, так, хороший. Ну давай, ну ложись спадки. Не хочет спадки. Ты посмотри на него, да? У меня кожан побитый. Кто у нас там был с этой обилкой? Естественно, это Макс. Как теперь во всем этом жабье разбираться, непонятно, правда. Но прекрасный новый мир требует своих жертв. Все, мы хорошие. Давай спадки. Вот ты моя радость. А, ну да, блин, мне ж нужно... мне ж нужно выполнить это. За цель миссии-то надо выполнить, в конце концов. Кого ты видишь? Кого только что парализовало? Боже мой. Кейта, прекрати.
Тун-тун-тун-тун. Да, дрони мы так не прокачаем. The journal seems to suggest that the research was recovered by the Phoenix Project. I assume that you are unaware of this. Presumably due to the near collapse your organization suffered after the severe cutbacks of the early 21st century. Apparently the surviving research was stored at a Phoenix base designated Storage Facility 4. Not a terribly inventive naming scheme. Mm-hmm. To complicate matters. Before the collapse, the local government sold Storage Facility 4 to Abaddon Tusk, one of the billionaires that resulted from the old political system's malfunctioning distribution of resources, who turned it into a shelter for his company. Eccentric and possibly sociopathic to begin with, he has been driven to new extremes, styling himself Pirate King and leading violent raids on defenseless havens. Mm-hmm. I calculate a 98% chance of armed conflict resolution. В смысле, вы опять от меня что-то хотите? А какого черта? Ой, блин, этот Синедрион что-то меня начинает от него немножко подгорать. От этих придурков. А чё у тебя склонировалась эта штука? Ладно. А, я вообще хотел посмотреть, насколько мы устали. 3:21 у нас. Мы, наверное, можем защитить Синедрион, потом выполнить их дурацкое задание очередное. Бейте базу Феникса, кстати. Мне базу за это дадут. Ладно. Хорошо. Угу. Исследование. Секция Хирона. Да. Синедрион, технология устойчивости Вьяна, мультисенсорное что-то там. Еще одна лаборатория. Кстати. Не, ну Малинда за Херона и побольше, да, честно говоря, знаете. Как-то. Угу. Угу. А, это наш этот второй состав приехал отдыхать. Бейкон Примарх Девастатор его зовут. Там парни уже 5-го левела на базе сидят. Угу. Рейсу нужно снайперку определенно дать. Циклопы.
Бешеными аптечками, кожан. А, ну да, у Эда тут это затратки были. Боеприпасов. Эйс, поздравляю. Наслаждайся новой игрушкой. Ты заслужил своим уроном. Не, гранаты тоже хорошо, если захватить. А почему я ему дал пистолет? Наверное, потому что мне захотелось. Ладно, будем считать, если что он тебе зачем-то нужен. Так, ну окей, это понятно. Снайперка попроще. Таких скиллов, как у Эйса, нет. Рыжий. Тоже в порядке. Дроне ты не заслужил снап, конечно же. Макс, тоже все хорошо. Давайте все возьмут в руку аптечку, у кого... Короче... Да. Нет нужды. Флэш. Пока что как человек хоть выглядит. Да. На лицо ужасные, добрые внутри. Именно так. Не, пистолет ему нужен под определенную ситуацию. А нам никакого снаряги вообще никакой не дали за это всю миссию, да? Угу. Типа тасуйся, нам сказали. Гля, они с Синедрионом как-то это... Неплохо даже относятся друг к другу. Блин. Вот... Уроды. Я запарился ваше задание выполнять. Ну что, собирай. Бум. Флэш. Добро пожаловать в семью. Остались только не только лишь все. Пожалуй. Вот. Вот они, спасители человечества. Вглядитесь в эти прекрасные лица. Посмотрите на их сильные руки. Это же здорово, правильно? Так, где там всякие ребятки с базы? Поздравляю, парень, у тебя полный комплект брони есть теперь. Поздравляю. Поздравляю. Так, надо ноги делать. Кстати, снайперские ноги как вариант. Не только скоростные хороши. Угу.
Так, давайте вы там пока не умираете. Блин, придется и туда на помощь лететь. У меня в логово только полной толпой летим. Угу. Поехали, господа. Ресурсов сейчас дадут. Счастье нам будет. Счастье и красота. Так, ну что ж, я думаю, что это мы продолжим уже, наверное, в следующем эпизоде отбиваться от нового Иерихона. Тем более, опять мне нужно ключевые объекты защищать. Это вот эта консолька раз, вот эта консолька два. Вот это вы серьезно? Ой, их куча тут. Большая открытая карта с джипами, психами какими-нибудь там, еще чем-нибудь, я не знаю. В общем, веселуха. Веселуха это нас будет ждать в следующем эпизоде. Надеюсь, этот вам понравился. С вами был Андеркун. Пока-пока.